Я рос на Ботанике. Так назывался наш район. Вся наша пацанская жизнь проходила во дворе. И жили мы тогда по дворовому пацанскому кодексу. На одной лестничной клетке со мной жил худенький, воспитанный, тихий еврейский мальчик. Он не занимался спортом, почти не бывал во дворе и ходил, как тогда принято было говорить, на музыку. И вот однажды к этому тихому еврейскому слабенькому мальчику во дворе подошли плохие пацаны, обозвали его жиденком и попросили у него денег, которые мама давала ему на завтраки. По-моему, 10 копеек. Этот тихий жиденок, недолго думая и не разговаривая, нагнулся, подобрал с земли большой булыжник и что из силы ударил одного из пацанов по голове. Он не думал о последствиях. Потом было все. Была кровь, были вопли родных, были вопли соседей, была скорая помощь, был суд, милиция, следствие и крики: «Мы посадим вашего жиденка в тюрьму на всю жизнь». И папа этого худенького мальчика отдал все свои сбережения, чтобы его, не дай бог, не посадили в тюрьму. И мама пилила папу за то, что он научил ребенка таким плохим вещам. Потом мне было только одного. Уже никто никогда в нашем дворе больше не подошел к этому худенькому жиденку и не попросил у него денег. Потому что все знали, он непредсказуем, он сумасшедший. Не дай бог его заденешь, он возьмет булыжник и шарахнет тебе по голове. Лучше держаться от него подальше. А потом этот мальчик вырос, стал большим, взрослым. Он обзавелся имуществом, домом, общественным положением, уважением соседей и коллег по работе. И однажды к нему снова подошли плохие парни и обозвали его пархатым жидом и потребовали у него денег. Взрослый мальчик не поспешил открыть багажник своей машины и вытащить заранее приготовленную бейсбольную биту, потому что он подумал: а вдруг я кого-нибудь покалечу? А вдруг, не дай бог, я кого-нибудь убью? А что будет потом? А что будет с моей работой, с моим имуществом, с моим общественным положением? А что скажут соседи? И не дай бог, меня посадят в тюрьму. Он стал очень умным, очень расчетливым и очень прагматичным, этот взрослый мальчик. И он взвесил все и решил, что лучше отдать этим плохим парням часть, чем потерять все. Я думаю, мне не нужно объяснить, чем это все закончилось. Он потерял дом, имущество, общественное положение и страну. Он схватил семью в охапку и в чем был, без копейки денег, сбежал в Израиль. И слава Богу, ему было куда убегать. Когда-то Израиль был таким жиденком, который сумел однажды так напугать своих врагов, что они долго боялись к нему подойти. Они рассказывали друг другу: не дай бог тронуть этих евреев, они сумасшедшие, они могут схватить свою дубинку и шарахнуть нам по голове, не задумываясь о последствиях. Но прошли годы, Израиль стал жить хорошо, он стал полноправным членом мирового сообщества. И когда к нему пришли плохие парни и сказали: отдай нам все, или мы тебя убьем, Израиль, вместо того, чтобы вытащить дубинку и шарахнуть им по голове, чтобы неповадно было, стал взвешивать, что же он может потерять. Мне не нужно вам объяснять, к чему все это ведет. Вы думаете, что вы отдадите часть? Вы думаете, что вы с ними договоритесь? Только подумайте, куда вы потом будете бежать. Другого Израиля у нас нет. И я иногда, вопреки всем рациональным аргументам, начинаю мечтать о маленьком сумасшедшем еврее, который в ответ на требования плохих парней возьмет в руки большой камень и так даст нашим врагам по голове, что снова на долгие годы они будут передавать из уст в уста, из поколения в поколение, страшную сказку про сумасшедшего еврея, которого, не дай бог, тронут. Он не думает о последствиях, а сразу бьет по голове. Но я, наверное, не дождусь.